проходят мимо, на процесс не приглашают. Здравствуйте, вы к нам? К вам. Представьтесь. Не хочу, не желаю. Как мы должны вашу личность опознать, как я вас должна на процесс пригласить? Вы как, кто пришли к нам? Я? Как да. Народный контроль. Мне нужны ваши документы, чтобы вашу личность установить. Покажите мне. Надо, мы личность устанавливаем. Вы покажете мне документы? Нет. Заседание началось уже? Вы кто, простите? Я? Да. А вы задали вопрос, вы кто? А вы зачем сюда пришли, если вы знаете, куда пришли, или нет? Нет, не знаю. Случайно? Случайно. Ну, у меня тут есть ценная бумага, которую должны рассмотреть. Я вот ее составитель. Заседание. Заседание. Заседание открыто? Уважаемый, я же вам сказал, что до свидания. Заседание идет или нет? Отвратительная запись. А, запись рассматривайте. Тоже посмотрю. Покиньте, пожалуйста, зал судебного заседания. А, идет заседание? Зал судебного заседания, покиньте. Оно идет, заседание? Пожалуйста, покиньте зал судебного заседания. На каком основании? Видеосъемку осуществляете, да? Нет, играю в игру. И мы пришли сюда, чтобы играть. Игру играете? Ну а что вы просто так в суд пришли, зашли в зал судебных заседаний, играете в игры, не хотите назвать свое имя, по какому поводу пришли, ничего не хотите сказать? Играть. Играть? Играть. Но вы же вы мне... считаете это нормально? Вы считаете нормальным? Вы считаете это нормально? Вы считаете нормальным? Вы считаете это нормально? Вы считаете нормальным перебивать человека? Вы полагаете, что можно так себя вести? Вы считаете, вы считаете нормальным не дать ответить человеку? Уважаемый человек, пожалуйста, покиньте зал судебного заседания. Я составитель ценной бумаги, которую вы рассматриваете. У меня нет ценной бумаги, которую нужно рассматривать. Нету ценной бумаги. Вы не назвали себя? Какой составитель? Откуда? Составитель – живой мужчина. Ценная бумага называется административное исковое заявление. Посмотрите внимательно. Покиньте зал. Подождите, не трогайте. Я не трогаю. Покиньте зал, судебного заседания. Это на основании чего? Устного распоряжения? Секретаря? Вам только что судья сказал, что... Письменно есть распоряжение? Покиньте. Я покину, письменно есть? Или покиньте. По вашему устному покидывать? Да. По вашему устному? Покиньте зал судебного заседания. Вы на основании чего действуете? Не надо трогать только руками. Покиньте, иначе в отношении вас применю физическую силу. Я выхожу. Выходим. На основании только... Выходим. Мне нужно узнать, на основании вам чего? Только что судья сказал. Я вам повторю. А, вы повторяете просто слова судьи. Покидаем так, так называемого, да? Покидаем. Алёш, ну-ка, спокуха. Ням-ням-ням-ням. Ой, как вкусно. Покидаем, хорошо. Тихо-тихо-тихо, без рук. Не надо трогать. Я не трогаю вас. Всё? Не знаю, все или не все. Сейчас вот объясните, на основании, я покинул все, на основании чего вы сейчас действовали? Вы понимаете, что вы совершаете преступление сейчас, распоряжение устное? Никакой документации нет. Понимаете или нет? Вы участвуете в преступлении. Зачем вы это делаете? Вот зачем? Непонятно. Что сказали? Ну. Вам самому понятно, в чем вы участвуете? В преступлении. Будете находиться до конца здесь со мной? Да. Ну хорошо, посидим, постоим. Видео посмотрим вместе. О, да. Классно, хоть просмотры будут. Вы же понимаете, что он совершает преступление, понимаете это? Или не понимаете? Должна быть письменная бумага, письменная. Никакого устного распоряжения на вас не распространяется. Ну вот потом подойдете и зададите этот вопрос.
закончится процесс. Можете назвать себя? Чтоб я потом на вас... Мы с вами в суде встретимся потом. Да зачем? Да надо же как-то решать вопросы. Да так порешайте вопросы. Что? Как так? Ну вот как, они не так не решаются. Вам не объяснить, что вы нарушаете, преступление совершаете. Ему не объяснить. Так не решается, все на бумагах решается. Путем векселей. Он сейчас рассматривает мой вексель без меня. Как это возможно? Ну потом вопросы задаете. Ну задам потом. Потом же не я буду им задавать вопросы. Когда его будут отстранять от должности, ему будут задавать вопросы. Сейчас, если я захочу войти, вы меня не пустите, да? Тоже по устному распоряжению. Какие вы все-таки неграмотные. Выполняете преступные приказы. А спрос-то потом с вас будет. А превьюшку нормально вы сделаете? Да? Какую? Получится. Я смотрю, то вы-то нормальный человек. Пойду. Пойдемте. Просто подумайте, как это в дальнейшем на всех сказывается.